все ближе и ближе минута расставания. Мы понимаем, что совсем скоро вы покинете стены родной Альма-Матер. Но память об этих незабываемых годах студенчества останется с вами на всю жизнь. Не представляю, Софья, как теперь университет будет без выпускников? Саша, я думаю, в университете все будет хорошо. В новом учебном году придут новые студенты на смену выпускникам, а они, в свою очередь, с радостью будут приходить в стены родного университета уже в совсем другом статусе молодых, красивых, умных, талантливых специалистов. Ведь наш университет занимает достойное место среди учреждений высшего образования Беларуси. Разработки наших преподавателей и студентов громко прославляют не только нашу Альма-Матер, но и всю Беларусь за ее пределами. Яркий тому пример наш улыбчивый, добродушный, миролюбивый робот Мироша, который также спешит поздравить выпускников нашего университета. Привет всем присутствующим. Привет, виновники сегодняшнего торжества, выпускники Брестского государственного технического университета. Клянусь своей материнской платой, Брестский государственный технический университет – лучший университет страны. Ах да, совсем забыл представиться к вашим услугам мобильной фундации номера Тамарки Д-90. Для вас просто, Мирошек, прошу поприветствовать меня бурными аплодисментами. Еще. Не жалеем свои манипуляторы, аплодируем. Сегодня мне оказана великая честь добавить в ваш код обучения команду «Энд». Но моя нейронная сеть подсказывает, что для вашей дальнейшей успешной реализации своих знаний, умений и навыков я должна задать начальные характеристики. Вот они. Пусть ваш процессор не перегревается, карта памяти будет безлимитной, жесткий диск работает без сбоев, схемы будут отлажены и работа как часы. Успех